На базе Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова проходит 25-я юбилейная международная конференция «Славянская традиционная культура в современном мире». Детская культура и фольклор в социокультурном пространстве России. Так звучит полное название трехдневной конференции, которая собрала десятки участников в Ульяновском педагогическом университете. Несмотря на пандемию, организаторам удалось сохранить традиционное мероприятие, которое уже в 25-й раз собирает экспертов, фольклористов и педагогов со всей страны. Онлайн-площадки Zoom-конференции позволили сохранить международный статус мероприятия. Так, в работе секции приняли участие ученые из Финляндии, Республик Киргизия, Абхазии, российские исследователи из Татарстана, Мариэл, Башкортостана, Удмуртии и многих городов России. Одной из самых многочисленных групп докладчиков стали представители Брестского государственного университета имени Пушкина из Белоруссии. В рамках конференции для студентов-филологов ведущими учеными-фольклористами были прочитаны публичные лекции по актуальным проблемам изучения фольклора. Как отмечает ректор Ульяновского педуниверситета Игорь Петрищев, конференция важна с разных сторон. Во-первых, все занимаются таким важным направлением, как гражданско-патриотическое воспитание. А как без изучения культуры, без изучения фольклора родного края Поволжья заниматься этим патриотическим воспитанием, ну, наверное, тяжело себе представить. Во-вторых, наша конференция непосредственно связана с детьми. И нам, как педагогическому вузу, это особо важно. В очном формате участвовали гости из Москвы, Казани, Перми, Уфы, Астрахани, Липецка, Йошкар-Олы, Сыктывкара. Я очень рада, что в этих непростых условиях ульяновским коллегам удалось собрать здесь коллег и очно, и частично дистанционно. В любой форме мы все-таки пообщаемся, обсудим. Расскажите, какая у вас будет тема доклада или выступления, что вы подготовили? Я буду рассказывать о теме детства. Детство до интернета, без интернета, как популярной теме интернет-фольклора. В 2003 году, если мне не изменяет память, когда-то на школе молодых фольклористов, которую, опять же, организовала Москва, Российский государственный гуманитарный университет, в числе приглашенных лекторов была Маина Павловна Чередникова, ведущий специалист по детскому фольклору. Тогда я узнала про существование такого прекрасного, действительно, регионального центра по изучению фольклора, который расположен в Ульяновске. И с тех пор у меня в Ульяновске появились знакомые, в надежде увидеть которых я и оказалась здесь. По словам кандидата филологических наук Михаила Матлина, данная конференция – это коллаборация Государственного российского дома народного творчества имени Поленова, Регионального центра народной культуры и Ульяновского педагогического университета. Второе направление, вот, которое совместно с Центром народной культуры, это проведение семинаров и творческих лабораторий, посвященных выявлению, описанию и, мы сейчас говорим, актуализации, есть такой термин, объектов нематериального культурного наследия. Это наиболее интересные такие формы традиционной культуры, связанные как с исполнительским мастерством, это пение, это рассказывание, также и с традиционными ремеслами и промыслами. В рамках пленарных заседаний тематических секций участники рассмотрели вопросы этнологических и психолого-педагогических проблем, посвященных детской культуре и фольклору, в том числе роли и место традиционного фольклора и особенной игры в жизни ребенка и в детской литературе. Антон Никонов, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.